Я думаю, если это на полпути никто не бросит, то будет все хорошо. Это правильная вещь, потому что люди приходят из детского хоккея, многие не представляли свою жизнь без хоккея. Mm-hmm. А тут им приходится заканчивать и идти куда-то, заниматься чем-то другим, а тут они помимо образования хорошего могут продолжить mm-hmm. играть в хоккей, и это хорошо. Раньше не было такого. Игра будет, я думаю, тяжелая, потому что не хватает, да, мало тренировок. Но в целом обе команды готовятся, все хорошо. Все ребята настроены серьезно, будет хороший матч. Я думаю, хоккеем нужно заниматься, это вид спорта в нашей стране, но, наверное, один из ведущих, и в нем задействовано очень много детей и молодежи, да, которые, дойдя до возраста, когда нужно уже играть за профессиональные клубы, не всегда попадают в эти профессиональные клубы, и студенческие налоги дают им возможность заниматься любимым делом, продолжать заниматься на достаточно интересном уровне, даже он где-то более романтичный, более, я думаю, для зрителей более смотрибельный в плане. Он более творческий, нет строгих заданий, требований, как в профессиональных клубах. И где-то через студенческие лиги за счет вот этого творческого подхода, может быть, некоторые ребята и разовьются и через год, через два. Thank you.